Всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет такой столик, который мы будем вскрывать маслом воском. Мы его вскрыли чуть-чуть морилкой, дали чуть-чуть темный цвет такой. И сейчас я буду вскрывать его маслом воском. Если кто не знает, то это у нас по центре залита река и смолы, ну и два слэма, вот так. Вот у меня масло воск. Сначала думал, что буду лаком скрывать, но с лаком больше работы. Нужен поляризатор, лак, место, где будем носить лак. А масло, воск, наоборот, проще. Ну, не знаю, это я первый раз пробую масло, воск. Как на самом деле будет, еще не знаю. Так, наносим, хорошо разлаживаем, если будет нужно, питается хорошо, то еще раз нанесем, так, чтобы доска хорошо пропиталась. Да, много столиков таких тоже видел, ездил, смотрел. Многие тоже скрывают масло воском. У лака, конечно, есть еще слой сверху. А масло воск впитывается и такой, как сказать, защитной пленки нету, как лака. Ну вот такой у меня получился столик, я уже заканчиваю. Вот это вскрою масло воском еще, может, пару раз. И нужно будет перекрутить эту столешницу до ножек, и все, стол будет готов. Долго я его делал. Вот уже видно места, где масло воск питался. Можно сразу еще дать. По центре заливал смолу, затем полировал ее,
треск такой. Да, с мылом тоже не очень все просто. Есть много нюансов. Ну и что самое такое, как сказать, это большая цена смолы. Если бы смола была подешевле, можно было бы делать такие столы. И так очень дорого. Мне просто нравится, когда его слабо и по центру рука и смолы. Вот так. Все. Так, стол закончили. Первый раз вскрывать. Завтра, может, еще разок вскроем. Вот такой у меня будет стол. Всем пока.